пока Маха занимается покупателями, даже самообслуживанием занимается. Так, вот этот вот, ты брызнула только что, мне этот понравился. Жур Дермес. Этот вот? Жур Дермес. Ага, интересно. Это прикольный такой, такой интересный, свежий. А это сейчас что? Хирис. Хирис, наверное. Сейчас ой, такой интересный. Сама все порассказывает. Такой, немножко пыльный, но нет, он такой прямо... Наверное, это ирисовые корни, я не знаю, но интересно. А, я вот эти ирис, хочу. Типа ирис. Смотри, иди сюда, я вот эти. Ну, давай. Смотри, какие красивые, как конфетки. Да, я уже тут озвучила, что я думаю, что там какие-то вот ультра... унисекс. И а помнишь, мы что-то такие с тобой вот, а это больше такие женские, мне кажется. Ну, давай. Ну что? Эдоран Шверте. Ну что, как? Надо на блётер. А вот они красивые такие рифленые блотеры от Hermès. А какой тут самый бестселлер, интересно? Ну, как не популярный, знаю. Видишь? О, кстати, ты уже брызнула, уже чувствую. Он бестселлер, откуда ты знаешь? Ой, тут, а ну как? Поэтому? Пробовали, да. И вот этот вот, смотри. Тоже немножко цитронного. От него остается почти как половинка. Ну что? Красивый, знаешь, такой... А ну дайте мне понюхать. Шку... Вот кожица и... Кожа. Это цитрус какой-то. Это мандарин, но это какой-то... Мандарин с кожей? Это вот синенький, да? Это вот этот. А, вот где-то. Верте. Доронж Верте. Ну, слушайте, красивый, мне нравится тоже. Да. А что бы еще? А что бы еще такое? Попробуй красный, интересно. Почему он красный? Просто мне это интересно. Вот такого вот как бы... Эуда Рубарте чего-то там. Эколарте, Рубарте Эколарте. Что-то мы такое с тобой не купили. Да? Какой-то ут, не? Не. Вряд ли ут будет, нет, уже нет, европейская. Нет. Мы с вами наудились уже. Какой-то веселенький, как барбарис, но не барбарис, кстати. Может, это... Какие-то красные Рубарте, цветы. Рубарте, подожди, это... как он? Не шиповник, не? Никакой. Гранат? Нет, гранат. Гранат, ага. Ну, а вот это вот гранат. Ну такой он гранат. Ну, не кислый. А вот этот хочу красивый. Помпил. Что? Концентрат де Помпилус Роуз. Ну, давай. Сейчас мы Махи забрали уже все эти. Она нас выгонит. Да нет, тут еще куча блотеров, смотри же, вот же они. Ой, нет. Что подожди, это? Подожди. Покажи, это что подожди. Это? Зеленый вот этот, да. Вот такой? Зеленый с такой вот матовом стекле. А это что у нас? Тоже какой-то свежий, что-то цитроновое, но розы я пока не чувствую, чтобы так роза так прямо интересно, роза. Ну еще раз покажи этот, смотри. А она... Я это уже забрала последнее. Тут ничего нет, нарезка такая с кодом. Ты уже типа... забрала, а ну понюхай. Что-то свежачок, какой-то свежачок. Ну свежий, ну я бы сказала, свежий обычненький. Вот такой какой-то ландыш с травкой, вот такой какой-то. Ландыш с травкой, не знаю. Ну, конфеточки. Ой, Медитерран, слушай. У меня когда-то был... не, вот этот вот. Un Jardin sur le Nil. Классный был. А вот это что-то интересненькое. Угу. Ну, даже не знаю, что сказать. Давай мне просто я вот... Кстати, блотер еще есть? Не хочу брызгать. Не, вон много блотеров. Ну, что-то легенькое океанское. Ну, Медитерран, да. Действительно. Вот, кстати, да. Средиземное переводится Медитерран. Средиземное море, легенькое такое, с хорошей погодой. Сюрля лагун, не знаю. Сюрля... Что? Лагун. Сюрля лагун. Лагуна какая-то. Значит, песочком должен пахнет и всяким этим. О, Махочка отсюда взяла. Дайте мне этот сюр понюхать. Отстегните мне его. Ой, прикольный. Слушай, это вот сюр прикольный. А что он такое? Лагун? Не могу понять. Слушай, франжипани типа, мне кажется. Нет? Ошибаюсь? Да. Даю блотер. Реально, как франжипани. Такой белый цветок, но знакомый такой. У нас же в Эмиратах франжипани есть. Наташа любит их нюхать. Еще в Кении мы нюхали, сравнивали, делали вам еще и шортики, видео, по-моему. Классно. А? Да? Угадала? Ну, что его так отставила, я его так ловко подобрала. Сюр ля лягун. Прям как какой-то, я не знаю, ну, смешное название, но вообще прикольно. Да-да, огурчиками пахнет. А ну дайте огурчики. То есть его на глазки накладывать. Можно тебе так на глазки наложить и все. Блин, реально огурцом пахнет. Огурчиками пахнет. Но зачем вот Hermès такое, как бы, ну. Может, оно чем-то раскрывается? Раскрывается, просто как бы набрызгался и пахнешь огурцом, типа ты салатик поел. Прикольно. Ну тут прикольный, вот да, вот раскрылся вот. Такой интересный. Что-нибудь еще давай понюхать, что мы стоим? Давай, не знаю, что мы стоим. Вот целое видео как раз делаю. Ой, нет, про парфюмерию Hermès. Мандарин амбре.
Амбре не знаю. Мне вообще, когда слово есть амбре, мне почему-то не нравится. Мне кажется, амбре очень строгое какое-то. Какое-то очень там мощные нотки такие. Хотя что кажется, что они не должны быть стойкие. Можно иногда воздух ножом резать. Колонии, то есть они не. Ой, какой перчик какой-то. Слушай, мы же выбрызгали помпилурос. Мы брызгали. А сейчас когда? Перец пошел. Сейчас брызгали. Перчик не чувствую. Перчик. Ну, такой перец, короче, не из специи, а свежий перец. Да. Свежий зеленый. Перец. А, все, причем я думала, зеленый. Ты про специю. Причем зеленый. Представляете, вот такой. Это мы нюхали. Интересно. А это, подожди, это концентрат. Такая бутылочка матовая, такая уж красивая. Неплохой. Такое вот. А ну дайте мне попробовать. Тогда вы на меня посмотрели, как я нюхаю. Красивый. Море с чем-то. Нет, море с каким-то. Ой, прикольный. Море с чем-то. Даже не могу сказать, что вот море. Вот мы приехали на море, вот такой вот какой-то аромат. Интересный. Махачка в работе. Правильно, нужно к человеку подходить. Не могу понять, чем море. Мне ничего не купили. Ну, посмотрели, как бы это. Мы что же сначала брызгаемся, ходим, нюхаем. Дай мне, пожалуйста. А ты будешь помнить, что где-то? Ты ж не записала, нет, жаль. Ничего не записала. Дайте мне вот эту. Нет, не понимаю. Дайте мне бумажечку понюхать. Я не понимаю. Какой-то вот есть цитроновое что-то, но я не. Цитрус какой-то с чем-то, как почти, знаешь, апельсиновые корочки, вот они как бы уже засохли, где-то вот лежат, можно их в чаек уже бросать. Ой, как красиво в видео вообще, классно. Так бутылочка нереально красивая. Так вот это вот особенно Ля Лагун, конечно, вот фейворит сейчас. Вот реально вот просто выигрывает. Очень симпатичный аромат. Мне нравится. Такой вот, такая вот вязаная фенечка у Наташи есть, ей Маха подарила, Наташа с ней ходила. На руке завязана. Вот еще ребятки подошли, у Махи тут забот полон рот, ну дай бог. Дай бог, Наташа все подписывает. Что это? Ля Лагун? Не знаю. А ну дай мне еще блоттер, я подпишу Лагуну. Боже, что-то красивое. Ну вот, видите, они подписывали блоттеры, и теперь Наташа не знает. Вообще она подписывает, дома еще смотрит. Ну я что-то расслабилась. Иногда возвращается и вот, ну, берет. Иногда сразу походит и берет. Вот ребята подошли в кондорах. Местные. Мужская национальная одежда, очень красивая. Женщины всегда в темных абаях, а мужчины в белых кондорах. Подписывает и Маха. Да, слушайте, народ уже попер прям. Ну, слава богу, надо будет еще такого Махи не знать. Цены, вот мне интересно, эти вот две линии, которые мы вам рассказали и описали сегодня. Но бутылочки, конечно, вот красивые. Иногда народ ведется на бутылочки, я, кстати, тоже. Ну вот Лагуна, держи, но это да. Не оно. Ага. Дай сейчас понюхать Махи тогда, и она тебе скажет, да? Что это. Кстати. Давай, кстати, вот посмотрим. Проверим. Маха, посмотрим, это какой Маха из перца. Ну, может, это вот нам понравилось, или перчик, или вот какой-то из этих двух нам понравилось. Ну, уже народ так вышел, уже сейчас 15:00. Ну, Маху мы так, наверное, часа два искали реально. Мы же вам показывали, рассказывали. Окей. Даже Маха уже здесь. А ну где нам понравилось? Не знаю. Маха быстренько все стульчики на место поставили, а то мы тут засиделись. Ну, да, чтоб не влетело, не дай бог, он вернул стул на место. Все. Люди есть, надо работать. А ну да везде мы это. Какой там понравился? Да я вот не знаю, какой-то синий еще понравился, и мы не подписали. Боже, вот это какой-то. Смотрите, вот как это. Неправильно мы поступили, надо подписывать. Что-то Наташа совсем уже. Да тут я обойду. Ой, это ирис. А, хирис еще, точно. Ирис-хирис, точно. Боже, какой красивый. А, вот это вот первое тебе понравилось, вот это вот, Наташа. Белая тебе да, понравилась. Да, но мне первая. Вот это хирис. Понюхай. Ну, раскрылся интересно. Действительно, вот ирис, но он такой, недушный. Недушный, свежий, веселенький ирис такой. Ну, блин. Ну, вообще, в принципе, насколько я уже знаю, от Наташи, от Махи по парфюмерии, ну, действительно, Эрмес это качественная штука. Мне нравится. Вот. Слушайте Наташу, она бьюти-блогер нашего канала. Ей нравится. Ставьте лайки. А это ламбре. Вот я все время на него смотрю, но никогда его не покупаю. Потому что мой любимый что? Туалетная вода. Вот так. Но вот. Когда Маха в нем была, я чуть с ума не сошла от нее. Ну, Махе это идет, это ее аромат реально. Ну что?
рассказывает. Этой бутылочке нравится, амбре, как капельки. Как не капельки знаю, я красивые. Его это... Вот амбра, конечно, чувствуется такой густой. Не сильно густой, но чувствуется что-то от классического Маргелиса, но шоссе. Ну, народ, Наташа не только еще бьюти-блогер нашего канала, еще и самая умная. Вот же аромат. Hi, how are you? Этот парень из Ирака, и женат он на украинке, поэтому Маха рассказывала, про него. Так, уже про какую-то коллекцию говорят, типа, ну сейчас, говорит, попробуешь новую коллекцию. То, что Наташе понравилось, это она думает гранат. И, кстати, Наташа увидела цены здесь. Вот гранат стоит 540, а вот этот вот 577. Ну, так что прямо с ума сходить. Так, а какой был перчик? А вот этот вот перчик был? Ой, не помню. 540. Слушай, я уже это... Условно покажу. А этот вот, который сюр ля лягун, хотел сказать сюр де алюр, а тут две цены. Это или миллилитр, я или думаю, скидка. Я думаю, что может быть или 50 и 100 миллилитров. Mm-hmm. А хотя я не знаю, это же 50 только, мне кажется. Да, наверное, 50 и 100. Ну, это посмотрим хирис, цену на хирис и на то, что нам еще понравилось. Хирис 760. Нифига себе он стоит. 760. Офигеть просто. А этот 790-580. То есть тоже две цены видно за 100 миллилитров и за 50. Так что цены уже вам нашли и озвучили. Маха. I need your help. Do you know what is it? You try to embarrass me in front of the camera, Яня. Не, просто хотим проверить, какой ты эксперт. You want to try, are you expert or no? Yes, it's for. Это оно. Какой роман? This is a mix, but it's close to this one. Mix? You put both together, that's why it's так вот, вот. Маха все знает. Вот ставьте лайки. Маха эксперт. А здесь... Давайте еще эти. Whatever, halas, you get for me gift, so I will accept your offer. Говорит, вы мне ж подарок привезли с Кении, из Польши. Ладно, я говорю, вот, я вам сейчас... It's actually the best seller at the line, this one. Oh, we like it. And Jargasso La Lagoon. La Lagoon, yes. If you want to feel the sensation, you are in Venice, Italy. Crossing your leg on a secret beach. So this one will gonna be your fragrance. All the raw material came from there to give you the... sensation you from are Venice? From Venice, Italy. Это вот аромат, в общем, пришел с Венеции, Италия, чтобы вы сидели на бережке, скручивали ноги и вкусно пахли. This one. It's called Un Jardin sur la Lagoon. This one here. That? Yeah. Маха все четко this определила. This is the first one 540. To be launched at the whole line. 1979 launched. 1979? Yeah. Это аромат 1979 года? Ого! Ничего себе! Ну, вот Наташа подписывает, оставляет все, потом дома с удовольствием нюхает, рассказывает. Вот, и делится впечатлениями. Так что, ну, у Махи такая работа, которую она, в принципе, любит. Ей это нравится, это классно. Этот аромат пришел из Египта в 2005 году. So that's why you will find the Egyptian green color. It's a main color. Нил, ленил, а. Это он называется нил. Вода в Египте. Вот этот вот египетский зеленый цвет. Это называется сатинил, переводится. See this green color? It's called Egyptian green. Ага, это они цвет хотели передать ароматом. Вот так вот. А ну давай пробуем, мне интересно. А я люблю этот аромат. Сатинила у меня 10 лет назад был этот аромат. Вау, ты что, ничего себе, я даже не знала. И нюхал я такой аромат. Не знаю, кто-то здесь чувствует ботву от помидоров, но я такого не чувствую. Ну дай-ка мне брызнуть, а я посмотрю, что я чувствую здесь. На самом деле. The theme for this year it was as river flows, so imagine you're riding my river. And the boat it's ups and down, so this is supposed to give you the freedom. Вообще этот аромат должен дать вам свободу. Прикольный, реально. Аромат, я даже не знаю чего. Ну вот я люблю такие вот зеленые, синие бутылочки, знаешь, это мои, что-то морские. Really? Мне нравится. Кто знает ароматы Нила, этот вот аромат, кайф, народ, кайф, реально. Напиши здесь, не забудь. А это что?
I am это айциназе. This one from Demon Spinior. Because you know it's a little oil, bitter. Some oil. No, bitter. It's because it has olive instead of. Оливочный. Not a lot of people find. Оливочный аромат. Ну, то есть видите, они просто передают здесь душу. Вот это вот, как сказала Маха, это душа Венеции, душа Египта. А ну я вот этот еще не понюхала. А это что такое у нас? Le Monsieur. Да. Какой-то, наверное, душа Франции. А this coming from which country is this? China. China? О, не угадала я. Meditation garden for monks. So медитация, сад медитации. Zen mood, you know, like Zen. Релакс, релакс, Zen and relax. So before work you must put it. Перед работой, like, говорю. It It's like a Demervelis. This. No. Excuse me? Excuse ну вот, два эксперта. Битва двух экспертов говорит, как Демервелис. Маха говорит, нет, нифига. It's my favorite. Это мой любимый аромат. Нифига, Наша говорит, так это мой любимый аромат. И я чувствую здесь нотки. А, Демервелис даже купила себе в аэропорту в Duty Free в Кении. Top note on it, because top note here is like bergamot. Top note here is bitter orange. Ага, там говорит бергамот, а там bitter orange, там горький апельсин, поэтому в этом разница. Говорит, там бергамот, который мне понравился, она сравнила, а там горький апельсин. Так что эксперты, пишите свои мысли, если вы знаете этот парфюм. Будет прикольно. Мистер Ли. It's like мистер Мухаммад in Middle East. Мистер Ли, это мистер Ли. Ага, как мистер Мухаммад почти, только на китайский манер. Эксперимент, Таша будет делать сейчас. А давай Маха закроет глаза и пусть угадывает. Хотя она уже так сегодня подтвердила, что она эксперт. Ну что, yes. Да? Не надо. Ну все, Даша согласилась. Can I snap right now? No, later. Да, вот так вот. I like when you put me in a challenge, by the way. Да, мне нравится, когда вы мне тут вызов бросаете, троллите меня. Ну, все-таки Маха оказалась права. Ну, для меня они как бы в одном, ну... One direction? One way, but the opening notes. Opening notes. Открытые нотки. Here it's bergamot, so citrus. Yes. But it has jasmine. Bergamot, citrus, и жасмин. I like this. So, let me introduce Ali to you, and it will gonna be a surprise. How are you? Ali, okay. من أوكرانيا ولسه حكي لهم عنك دلوقتي. В общем, застеснялся молодой человек в камеру, говорит, давайте я вас с Али познакомлю. Он такой, да нет, не хочу я в камеру. О, вот, this one, Эдвард. Exactly. Мне нравятся эти бутылочки вообще, класс. И Маха очень вдохновленно рассказывает про все ароматы. Реально, ей нравится работать в Hermès, она любит свою работу, она очень-очень много лет в этой сфере, познакомились мы вообще в Сифоре, и рассказывает она вдохновенно об этом. Кения, duty free. Я что-то в Кении купила, теперь Кения твои друзья. It was good price. Okay. I don't have reply. Не могу ничего на это сказать, ну да. But it's for hair. Yeah, this one for hair. А это вот для волос. It has a shiny lily or lilac, so the hair shiny, so it's unhealthy. Другие продавцы смотрят, на видео с Махой делаем, так засматривается, прикольно. Так что... Вот такое сегодня прикольное видео, но мы все еще не заканчиваем снимать. Ой, блин, классная галерея, классно. Но нам еще 2 часа добираться до Ильяна, еще полчаса до остановки нашего автобуса. Значит, сейчас представлю вам новый аромат. Spicy sweet. I don't like the classic. Сладкие специи.
This is, I describe as a hot and cold, so it's spicy and sweet at the same time. А ну, Наташа, скажи, как тебе новый аромат, который Маха показала? Has patchouli, so quite like... What is that? Patchouli, what else? Top note is pink pepper cornberries, so it's pink, kind of pink paper. Pink pepper. Да. Розовый перец? Да. Yeah. Cranberries, это журавлина, как это, как cranberry. It's like a core. А ну-ка, дайте мне уже понюхать. Heart note is rose. Роза, да, розу чувствую здесь, розу чувствую. Так, ладно, к Маке покупатели пришли. Руж красный, красный Эрмес. Даша говорит, арабки пришли, все время прям вот хватает этот красный Эрмес. А он на Пашу напомнил ладан. Да, тут да. Хороший ладан. Ну это классический аромат. Это я его понюхала уже. А мне он напомнил, что как будто здесь чуть-чуть уда есть. Не такая уда, если какашечки расплываются, а вот немножечко слабая такая. Может быть, роза есть, кстати. Но мне чувствуется ладан, но я такое не люблю, наверное. А сколько цена такого вот? 760. Ну, пишите, кто знает такой аромат. Возможностью. Да, и напиши еще. Наташа уже тут разложила все, пришли арабские девчонки, Наташа быстро собрала, что же стали нюхать. Это такой классический, кто-то может сказать, что это бабкин шкаф. Реально. Но бабкин это очень, шкаф, да, прикольное но это очень название. Красиво. Но это очень красиво. Красивый, когда вот распыляется уже. У меня такой он строговатый. Я бы такой бы не носила, конечно. Да, он строгий. Это не... Ну, не что-то каждый... легкое. Спортик или вот эти вот, как это вот, венецкая ля лягуна. Венеция ля лягуна. Это мне понравилось. Это, да, прикольно. Ой, я даже не знала, что... Я когда-то читала вот про эту серию, что это надихалося різними, как бы, частинами світу. Ну, так вот, что Маха рассказала. Там, это про медитацию, это про зеленый, например, Саденила, это про зеленый цвет. Про зеленый цвет Египта. Да, Египта. Хотя Маха говорит, она же египтянка, из Египта, в Египте так не пахнет. Так, друзья мои. Ну и вот этот интересный, конечно. Ну да, вот Монсеньор Ли или же мистер Ли. Прикольные ароматы. То есть вот это вот такие наши сегодня одни из наших любимчиков сегодня. Вы были с нами. Спасибо, что смотрели, ставили лайки. Всем спасибо. Всем пока.